Из 50 депутатов на сессии присутствовало 37. При необходимом кворуме народные избранники приступили к работе. Были внесены изменения в бюджет города на 2011 и на период 2012-2013 годов. Депутат Сергей Ковалев предложил увеличить уставной фонд муниципального предприятия «Сочи Теплоэнерго». Депутаты согласились, поскольку по результатам хозяйственной деятельности в 2011 году задолженность «Сочи Теплоэнерго» перед «Газпромом» составила 267 миллионов 800 тысяч рублей. Собственных средств для погашения долга у предприятия нет. Теперь уставной фонд «Сочи Теплоэнерго» будет увеличен на 250 миллионов рублей. Из них 150 миллионов выделит бюджет города. Остальные средства поступят из краевой казны. Чтобы в будущем уйти от долгов, предприятие планирует взять кредит. Если в следующем году мы придем и мы получим кредит порядка 2 миллиардов и совершенно сделаем новую систему по новым технологиям, первое, у нас затратная часть сократится на 30% на «Сочи Теплоэнерго». Тариф возможен. Снижение тарифной части будет до 15%. Это будущее, за которое не то, что предстоит биться. Нам обязательно надо будет его сделать.